19 лет в эфире. Телекомпания «Краснодар» сегодня отмечает день рождения. 1 февраля 1998 года мы показали первый выпуск городских новостей. Можно сказать, что у Краснодара появился свой голос, который вещал о наболевших проблемах, о людях, которые ставят трудовые и спортивные рекорды, и о том, как строят новые районы и благоустраивают улицы. Первая программа так и называлась «Случилось». На месте событий в основном работали молодые авторы, кадры поставлял Краснодарский институт культуры. Тогда вуз был еще академией. Те, кто сделал на МТРК свои первые сюжеты, сегодня поздравляю телеканал с годовщиной основания. Ну, были молодые совершенно и безбашенные, не было семьи, мы здесь жили, дневали и ночевали. У нас даже в компании была такая кухня, где мы готовили еду, у нас даже был душ, где можно было вот как-то освежиться в студии. У нас за выгородкой новостей даже был теннисный стол, и мы играли в теннис. Самое главное, во время прямого эфира было не прийти играть в теннис, чтобы это не мешало зрителям воспринимать те же самые новости. Мы монтировали ночами, мы выезжали в выходные на съемки, мы не задавали вопросов, почему мы это должны делать. Мы очень хотели это делать, и, наверное, вот эта энергетика, она до сих пор заряжает телеканал, потому что 19 лет – это серьезная такая цифра для небольшого городского телеканала, и я рада, что я причастна к нему и с удовольствием смотрю его каждый день. Новый год вещания наш телеканал отметит двумя новыми проектами. Один из них – «Герой краснодарских улиц» – стартует уже в эту пятницу. Мы расскажем о тех людях, которые, именами которых названы улицы Краснодара, и тех людях, которые внесли значительный вклад в развитие города. Второй проект – это проект, посвященный жизни в городе-побратиме, городе Карлсруэ. У нас давние прочные партнерские отношения с местной телекомпанией, и они предоставляют свои материалы, так что мы, собственно говоря, будем теперь рассказывать еще больше о том, как живут наши друзья в Карлсруэ. Кроме того, телеканал меняет сетку вещания. С понедельника информационные программы будут выходить в новое время. Выпуск «Город сегодня» в 19 часов, перед тем, как прозвучат основные темы дня, отчет о происшествиях и криминальная хроника. С понедельника программа «Город 112» будет выходить в эфир в 18 часов 50 минут. Интервью с действующими лицами Краснодара на будущей неделе смотрите уже в 19:30.